Никола Паганини – выдающийся итальянский музыкант XIX века. Гений, нонконформист, эксцентричный, неуправляемый странник. Он оставил заметный след в музыке. Никола Паганини был скрипачом, гитаристом и одним из самых выдающихся композиторов своего времени. Мастерство и креативность музыканта ярко проявились в его композициях, которые сделали его одним из столпов современной скрипичной техники. Никола оставался источником вдохновения и мотивации для многих композиторов и музыкантов XIX века, включая Фредерика Шопена, Ференца Листа, Роберта Шумана и многих других. Thank you.